Мы на выставке CPM-2019. Дарья, расскажите, пожалуйста, откуда вы к нам приехали? Добрый день. Мы приехали из города Новосибирска. Компания называется Avalon Taylor. 30 лет существуем на рынке. Прошли уже вот такой опыт имеем, да, за спиной. Кроме производства занимаемся торговлей розничной, поэтому прекрасно знаем рынок. Имеем возможность получать информацию от конечного потребителя, таким образом формируем коллекции, ну, наверное, с умом, с головой, не просто креативно, да, качественно и вовремя, но и отталкиваясь от того, что требует рынок. Поэтому ищем оптовых клиентов, партнеров, с кем будет комфортно сотрудничать им, с нами, и взаимная, да, будет работа. Очень рада быть здесь, на CPM. Как вы справляетесь с экономическими кризисами в стране? Вы уже столько лет на рынке, как это происходит? Ну, действительно, за вот эти 30 лет существования компании, не все 30 лет я работала в компании, да, но прошли не один кризис, действительно тяжелое время для ритейла, для производства в целом, для легкой промышленности. Много сложностей и вопросов было. Ну, преодолели вот так вот, знаете, несмотря ни на что, да, работаем. И с оптимизмом смотрим в будущее. Все-таки у нас есть профессиональный коллектив, есть профессиональные технологи, швеи и технически оборудованное производство. Поэтому вот эта база профессионалов, она все-таки нам даст, я думаю, результат и возможность идти дальше, стремиться к большему. Очень здорово. Мы вам, в свою очередь, желаем удачи, чтобы вы достигали все новых вершин. Спасибо. Спасибо.